У природы нет плохой погоды – главный девиз анапских синоптиков. В далеком 1897 году были начаты наблюдения за погодой, которые прерывались только в период оккупации Анапы в годы Великой Отечественной войны. Сейчас работа отлажена до мелочей. Галина Зеленская – техник-метеоролог. Вот уже много лет подряд она собирает данные о погоде с внешних устройств. Температура воздуха, земли и другие данные изучаются каждые 3 часа. У нас здесь расположено как гелиограф, солнышко, мы продолжительность солнечного сияния смотрим визуально это все у нас, мы отчеты потом делаем. Здесь же также у нас психрометрическая будка, это у нас там температура воздуха, все это мы тоже измеряем. Термометры напочвенные, тоже за почвой следим, измеряем температуру почвы. У нас сейчас стоит станция АМК, новая станция, автоматическая станция у нас стоит. Вот, она на данный момент сейчас большую часть функций выполняет нашу. Автоматическая станция – это настоящий прорыв в метеорологии. Здесь с точностью до сотых измеряются все погодные данные. И опять же, каждые 3 часа отчет в краевой центр. Сбор информации производится круглосуточно, то есть независимо в ночь, день. Это ежечасно, даже можно сказать ежеминутно. Отсюда от нас сразу идет, оно идет в Краснодарский гидрометцентр и Ростовское ОГМС и Москву. То есть непосредственно сразу попадает на синоптика. На основании этих данных, то есть это у нас станции, 35 станций, на основании этих данных делают уже синоптики, прогнозируют погоду, то есть продвижение циклонов, антициклонов. Данные, которые снимаются вручную, и данные, снятые с автоматической станции, тщательно соотносятся. И несмотря на то, что на дворе уже 21 век, специалисты не перестают доверять барометру и термографам. Любопытный факт: в работе термографа используется человеческий волос. Он лучше всех реагирует на погодные изменения. Пластины, они тоже регулируют температуру и производят запись. И на основании волоса человеческого, то есть это старые приборы, важность воздуха, то есть он фиксирует круглосуточно. Анапа в числе сейсмически неустойчивых районов. На курорте регулярно происходят мелкие землетрясения. Взволнованные жители сразу начинают звонить на метеостанцию. Но сейсмологи и метеорологи – это абсолютно разные профессии. И данными о землетрясениях анапские синоптики не располагают. Зато занимаются еще одним важным направлением – агрометеорологией. На основе их прогнозов решаются сроки посадки, сбора урожая и предупреждения в случае возникновения неблагоприятных метеоусловий. Анапский коллектив синоптиков – это дружная и ответственная команда. И сегодня она поздравляет старших товарищей Краснодарский гидрометеоцентр с юбилеем. В этом году, в августе, исполняется 120 лет со дня образования, начала наблюдений, а также Краснодарскому гидрометцентру 70 лет с начала образования, всех наших сотрудников, бывших, которые работают. Поздравляю, всей души поздравляю с этим знаменательной датой. Желаю всем здоровья, счастья. Побольше ходить в свежем воздухе и купаться в море. На прощание анапские синоптики поделились с нами свежим прогнозом. Хоть сейчас на курорте стоят прохладные дни, это временное явление. Уже на следующей неделе температура значительно повысится, и гостей, и жителей курорта ждет теплое и солнечное лето.